сектор твое здание. Там отдай им туда, пусть туда поселятся. Да, пусть там занимают. Не с этой стороны, а со стороны двора особенно, где доски торчат, грязь битые торчат. Оттуда надо проконтролировать. Это здание вообще уже сколько лет стоит. 20 лет живем, 20 лет строят. Мертвым грузом стоит. Закрыли все окна и все. Вот первый, второй, третий этаж ничего не видят нигде. Стены смотрят голые. И не эксплуатируют и ничего его. Здравствуйте, мы из газеты «Про город». Вот. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Пожалуйста, с документами со всеми. Здравствуйте, мы из газеты «Про город». Меня зовут Олег, я журналист газеты «Про город». Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Вот, пожалуйста, к заказчику идите, общайтесь. А нам нужно сначала узнать мнение жителей близлежащих домов. Узнавайте, ребята, я не житель. Не житель. Ребята, а мы, здесь мы на первом этаже, вот здесь. То же, что и вы, стою. Мы против, очень против. Это разве можно здесь строить трехэтажное здание? Да я не при чем, я просто, мне не хочется давать интервью никаким газетам. Ни в коем случае нельзя. Почему-то вы стесняетесь? Я не стесняюсь. Перед нами так не стесняюсь. Я вам объясняю все. Вот здесь, вот как раз наши квартиры. На улице Петрова, да. Паспорт показать, может, вы ко мне в гости придете? 12-й. А вы пришли? Есть. Вот, пожалуйста. У нас там и так все заставлено. Я вечером приезжаю, я свою машину поставить не могу. Где? Напротив монолитки двор вон какой большой. Почему вы там не строите? Я определил место застройки. А кто вам здесь-то дал вообще? Кто? Откуда вы взяли, что здесь надо взять это место и строиться? Откуда вы взяли такое? Видите, там документы, посмотрите все. А что документы-то? Что документы? У нас уже сейчас просили документы, вам и привезли. Вам их показывают, вы теперь говорите, а что нам документы? А вы, почему в 12 доме-то вы в своем дворе-то не строитесь? Никто не закроет, никаких. Как ты закроешь? У нас двора-то нет практически. Вы еще что-то втыкивать хотите здесь? Вы меня не тыкайте, пожалуйста, я вас не толкаю. А можно узнать? Что? Он не может не уважать введение уровня шуму, установленным законом СанПин 2.1.2.1002.006. Я еще раз повторяю, существует СанПин 2.1.2.1002.006 законодательства. Это прямое нарушение законодательства. Поэтому проверку вашего. Так уже заявление. Да. Да. Дороги тут не будет никакой. Будет тропинка. Если я вам говорю, вы мне верьте, что я. Вы можете много чего сейчас наговорить. Почему я вам должна верить? Зачем вы меня позвали? Вы позвали, чтобы вы нам объяснили. Вы нам объяснили. Я вам объясняю, что там будет дорога. Вы говорите, я вам не верю. Хорошо. Зачем вы меня? Вы видите, сколько.